Доброе утро! Сегодня 1 марта и с вами Камила Хакимуллина. В первый день весны мы собрали для вас все самое интересное. Делайте звук погромче и внимание к сюжетам! Музыкально-литературный спектакль «Дороги Высоцкого». В Казани выступит народный артист России Александр Домогаров в сопровождении оркестра под управлением Тимура Ведерникова. В программе известны композиции, такие как «Песня о друге», «Лирическое», «Прощание с горами», «Холода», а также песни Вертинского, Визбора и других авторов, которые Владимир Высоцкий часто исполнял на своих концертах. В Казани сегодня концерт оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема. Художественный руководитель и главный дирижер народный артист России Борис Фрумкин, специальный гость – вокалистка Мари Карне. Советую вам не пропустить эти музыкальные события. Они, я уверена, вас точно порадуют. Но это еще не все. Смотрим! Гастроли цирка «Шапито Корона». Коллектив приготовил обновленную программу. Многие номера были усложнены, добавлены спецэффекты и введены дополнительные участники. А озорной клоун встретит зрителей новыми шутками и репризами. Из всего многообразия казанских событий мы выбираем лучшие. Смотрите нашу рубрику каждое утро. Пока-пока!